Всем привет! Продолжаем знакомиться с работами художников. Шандор Бортник родился 3 июля 1893, умер в 1976 году в Будапеште. Венгерский художник, график, плакатист, педагог, ректор Будапештской академии изобразительных искусств, Венгерский университет изобразительных искусств, лауреат национальной премии имени Коушта в 1973 году. Окончил училище в родном городе, начал заниматься плакатным искусством. В 1910-м был приглашен на работу художником-оформителем, графическим дизайнером на парфюмерную фабрику в Будапеште. Учился в живописи у Рипль Ранае, позже у Яна Швасари. После 1919 года эмигрировал в Вену, а в 1922-м переехал в Веймар. Был связан с Баухаузом, это государственный дом строительства. Вернувшись в Венгрию, основал художественную школу, продолжавшую позиции Баухауза. С 1930 года был одним основателем Венгерского общества книжных художников-иллюстраторов. С 1948 профессор Академии художеств в Будапеште, в 1949-1956 был ректором Венгерской Академии изобразительных искусств. Творчество Бортника в значительной степени сформировалось под влиянием кубизма, экспрессионизма и конструктивизма. Я цитирую Википедию. В 1917-1919 годах создал ряд футуристических экспрессионистских произведений революционной тематики. Это «Красный локомотив», «Красный май». После окончания Второй мировой войны заинтересовался социализмом. Бортник хорошо известен своими коммерческими плакатами. За свою долгую творческую карьеру работал со многими венгерскими и международными клиентами. Работы художника хранятся в муниципальной галерее Будапешта, в Мадриде, в Нью-Йорке, в художественной галерее Йельского университета, ну и так далее. Ну так вкратце, конечно, о художнике Шандор Бортник. Венгерский художник, график, плакатист, педагог. Пока-пока, до свидания, всего хорошего, смотрим работы.